нравится. Расписаться надо. Угу. Сюда ходишь? Нужно отдыхать. Конечно, братик, ты сейчас хотел меня обидеть вообще. Давай, Сабра. Сейчас. А, вот. Меня снимаешь? Вообще на час задержали. Мне потом присылают уже, да. Еще на час. Еще, я, да, думаю, да. Тебе присылать, да, не, да, присылать. Надо расписаться, если у тебя ничего не беспокоит. А это не, что, не, это против? А это просто, а, то, против, болит? Против. И болит же. Да. Все нормально, да? Да, вроде все нормально. Все хорошо. Загран, дай мне загран, чтобы я тебе потом. Ты новый привез, да, вот этот? Который? Да, да, да. Паспорта не взял, сразу вообще нельзя. Ну, ага, спасибо. Тогда привези паспорта, ладно? То есть какой возьмешь-то? Или тебе сказать, какой, на какой я билет вычислал? Без разницы, я его возьму. Все, не боитесь, чтобы нам не ошибиться. Блин, ну вы что отдали, конечно, блин. Напряжение задержали. Доляра, ты там на какой позиции играешь? Левозащитник. Центр полузащиты под нападающим. Без голов, что ли? Два, Александр. У тебя сколько? Четыре. Ну, для нападающего, наверное. В прошлом сезоне ты же был, да? У нас просто фан-бэнд очень важный. Прекрасен. Тогда мы встаем просто сразу боком. Боком, да, да, давайте. Такая модель. И помощнее. Я медийный, Дим. Да, да, да. Стримы вот это твое. Володька сказал, надо стримить лучше. Вот сейчас видел ты? Ага. И Володька меня сказал. А что на студии нам делать? Не, вроде скрипт. Что у нас делать? Да вот подождем. Слушай, куда ждете, Володя? Вот подождем. У вас времени. Что делать надо? Сейчас. Так, ты тоже в фан-бэд, да? Конечно, да, да, да. Так, давайте тогда, да. Ага, чуть-чуть. Чуть-чуть еще ко мне. Ага. Можем что-то расстегнуть? Георгий, у вас было написано по возможности. Вот именно это. Я не возможно. Чего пришли? Возможность появилась. За? Чуть-чуть, нет, чуть-чуть. Ага. Сюда хотел смотреть, Георгий. А тебя сзади поставили. Так, смотрите, только не... Да, ага. И чуть-чуть бачком ко мне. Я нормально? Да, мы не горим. Давайте попробуем. Можно раздвинуться. Ногами вообще играть не будем, потому что не будет спины потом. Вот эти 15 минут и 20 поиграем, все поровну сыграем. Главное подготовить сейчас, чтобы травм не было, и сыграем. А завтра уже тактика. Был момент, чувствую, знаешь, что это шло от остановки. Пару переходов было. Со втором тайме, да. Все, поехали. Постройку туда решим, да? Твой? Да, да, спокойненько, не спешите, ребят. Лет 10 бишь кувырки не делал, да, Илюш? Да. Как будто... Распорился. Что, я заходил. Сначала сделайте кувырок без... просто так. Медленно. Мы же сделали. Не, а вот теперь через это. Кувырочек. Стоп. Теперь смотри, разворачиваемся. Теперь делаешь кувырочек. Разворачиваемся. Вот
Так, лопаткам неприятно. Такое, да? Да. Пуля жесткая? Не-не, идеально. Она очень хорошо разминает, поверьте мне. Да, готовы, Виталий. Попробуем. Спокойно делай, да. Есть? Да, поехали. Встаем и бросочек. Ура. Да, чуть подальше прокатывайся. Вот. Как будто всю жизнь это делал, да, Матвей? Прекрасно, разминается дальше. Работа уже. Не. Поехали. Все справимся. Еще один. Нормально. Делаем шаг и бросок. Я тебе поближе пока. Жалеешь себя же. Не жалей. Я жалею. Пойдет, пойдет. Хорошо. Здесь и координация, ребят. Хорош, Матвей. Молочку. Ага. А дока можно? Как в учебнике, а? Один работает отсюда, здесь в руки на удобной высоте в центре. Штанги идете, прострел идет низом, опять через середину по 4 раза. Потом наоборот, прострел на удобной высоте, а в середине низом. И потом будет работа на все поле, на пар мячом, чуть-чуть туда. Ай-яй-яй, как холодно на ручку. А. Первому всегда. Пожалуйста, не Виталий, не пожалуйста. Сейчас все будет. Поменяй угол, Сань. Оба молодцы. Туда же, да? Так, надо забить еще. Туда же, да? Шутки, блядь, разминаешь ты его. Поближе? Не сдавайся. Ой-ой-ой. Ничья. Ой-ой-ой. Оба молодцы. Сняли, нет? Нет. Опять Георгий нас спасает, да? Конечно, блядь. Книжку прочитал. Саня отжимается, классно. Не ошибка. Хороший пить. Это раз. Все силы копим на примера. Уже ничья. Два створ, два гола. Спасешь? Ничья? Георгий, спасешь? Ничья, нет? Один забили. Ты можешь оттуда подать на меня? Вот. Не, я могу забить просто и уйти, чтобы все никто не мерз. Забей, стопай. Ребят, это надо, ребят. Это пас! Да! Вот. Все, это вырезаем. Да. И уходим. Ноги! Они опять отжимаются! Отбор.
Помнишь, под двойник, да? Тебя что, не можешь спать? Двойник. Привет. 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 Давай. Так, держи карточку. Так, номер, да. Банковская у тебя своя. Это то, что у тебя там медицинские каких-то самые повреждения, посмотрите.